Надо транслировать получение субсидий для бизнеса также через уполномоченные банки. Почему? Потому что это очень удобно. Вот, например, у сельхозпроизводителей формы сельхозподдержки транслируются через уполномоченные банки. В данном случае, чем хуже промышленность, ну и другие сферы? Ничем. Чиновник никогда не может быть кредитным менеджером. Он, во-первых, не профессионал, он боится вот денег бюджетных, как огня. А функции у него другие. И самое страшное, это чревато, конечно, коррупции на местах, когда деньги выделяются через различные формы поддержки, через ФРП, через корпорации, через микрофинансовые, государственные организации даже существуют в субъектах Российской Федерации. Поэтому предприятие собирает документы и получает деньги через уполномоченные банки по критериям, определенным правительством. Потому что в моей практике были случаи, когда предприятие, постановление номер 3 правительства собирало документы, получило кредит 4 миллиарда, надеясь на компенсацию и на субсидию процентов. Но когда пришло в уполномоченную организацию, срок постановления закончился. Организация пролетела. Следующий вопрос, конечно, это текущий вопрос по решению, который принимает правительственная комиссия. Слушайте, крайне медленно, прекрасно понимаю почему. Те уполномоченные сотрудники, которые работают в этой правительственной комиссии, сам столкнулся напрямую, днями и ночами трудятся для того, чтобы решить проблемы сотен предприятий. В ручном режиме сам решал две большие проблемы. Это платежи, мы понимаем, что они сейчас существуют в иностранные банки, которые связаны с производственной деятельностью. И второе – это экспорт, который также завязан на производственную деятельность той или иной компании. Руками пробивали такого рода решения через Минфин, Минпромторг и в конечном итоге через решение правительственной комиссии. Надо упростить процедуру. Правительству надо, необходимо точно в кратчайшие сроки это сделать. Поэтому необходимо дать больше полномочий субъектам Российской Федерации и в частности губернаторам. У них море ответственности за инвестиции, за экономику, за уровень безработицы, ну за многое другое. Но руки связаны. Например, по системообразующим предприятиям. Приведу пример. Владимирская область подавала критерии системообразующих предприятий порядка 70 предприятий. В результате 30 согласовали, 40 нет. Чтобы понимать, что это такое, для каждого субъекта это основа основ. Это как раз основа бюджета, эти крупные, там, средние предприятия. Невозможно получить ни одну форму дотации, а возможно предоставление как субсидирования ставки, так и получение гарантийных обязательств из коммерческих банков. Вот это огромная проблема.